Взаимодействие и поддержка на уровне республики – залог развития Мирнинского района. Многие проекты в социальной сфере и производственной деятельности стали возможными благодаря участию главы Якутии Айсена Николаева, отметил заместитель генерального директора «Алроса» Алексей Дичковский. По его словам, своевременная постановка вопросов со стороны руководства республики «Алроса» способствовала тому, что проект начала первого этапа строительства рудника «Мир глубокий» поддержали на всех уровнях. Когда мы говорим о развитии Мирнинского района, мы подразумеваем Айсена Сергеевича как гаранта этого развития, да, гаранта тех решений, которые уже приняты и должны и реализуются, и будут дальше реализовываться. Поэтому для нас, для мирнинцев, залог стабильного, там, динамичного развития – это, конечно, Айсен Сергеевич как глава Республики Саха-Якутия.